Всем доброго времени суток, всем привет! Сегодня приготовим очень интересное, вкусное блюдо, главное из самых простых продуктов. Давайте приготовим! Для нашего блюда нам потребуется куриная грудка. У меня три грудочки большие, тут грамм по 250 в одной, грамм 700-800, в общем, по весу. Вот такой сыр, у меня 6 ломтиков, так как у нас будет 6 порций. Ананас консервированный, также тоже примерно 6 вот таких вот колечек. Сметана у меня тут 100 грамм по весу, ну, примерно чайная ложечка сметанки пойдет у меня на одну порцию нашего мяса. Из специй кориандр, карри, то есть берете по желанию специи, какие есть. Паприка, кориандр, куркума, карри, это все, что подходит для курицы. Соль, чайная ложечка тоже потребуется. Это все, что нам потребуется для нашего блюда. Готовить будем в духовке. Куриную грудку нам нужно разделить на две части, то есть на две порции. Сверху рукой придерживаете и разрезаете ровненько. Ну, как-то так. Так, и так далее делаем мы. Что-то лишнее отрезаем, чистим, чтобы все было чистенько. И разделяем на две части. Вот так. Смазываю противень маслом. Я прямо пергамент смазываю. Лень мыть. Я делаю сюда так на пергаменте. Смазываю. Можете фольгу постелить. Главное, чтобы наш противень был чистый. Ничего на него не прилипло. Укладываю куски мяса. Вот так вот. И сейчас все будем сверху укладывать. Ананас, сыр, солить, перчить. С одной стороны можно. Достаточно будет посолить, поперчить. Чайная ложка соли будет достаточно. Я беру в руки. И делаю так. И сыпаю солью. С одной стороны будет достаточно. Не пересолите. Вот так вот. Все, вот этого вот будет достаточно. Вот даже немножко осталось, я не буду высыпать. То есть 10 грамм соли у нас так и ушло, как бы ровная чайная ложка. И чайную ложечку с такой горочкой специй. У меня тут уже, я вам сказала, подготовленные специи. Не пересолите, не переперчите. Тут уже по вкусу перчим соли. Все отлично. Потерли. Берем по чайной ложечке сметанки. Выкладываем. Вот прям 6 ложек. Отсчитали сметанки и все. Размазываем все. Вот так сметанкой. Прямо в сметанке будет очень-очень вкусно. Все, духовку я только что включила, разогреваю 180 градусов. Запекать будем мясо минут 20-25. Больше не нужно. Я взяла 6 колечек ананаса, и теперь самый большой кусочек ананаса нарезаем на большой кусок мяса. Вот такими кубиками нарезаем. Вот так вот беру. И укладываем. Вот так. И так весь ананас. И укладываем, и укладываем. Рецепт, как всегда, под видео в описании. Также под видео есть ссылочка на наш семейный канал, на канал Галя Кухня Лайф. Заходите, подписывайтесь. Беру сыр. Разрываю его просто. Можете натереть на терке. Можете вот так, как я, уложить. Если он у вас уже готовый, тоненький, порезан. Вот так сверху накрываем. Тут уже как вам удобно, как получится. Если кусочек длинный, значит в длинь укладывайте вот так вот сырочек. Духовка нагрелась, поехали в духовку. Итак, у нас духовка нагрелась 180 градусов. Ставлю на вторую сверху или чуть выше, чем посередине. Я выставляю 25 минут. Блюдо наше будет готово.
чё, Ярь? Вот что я люблю. Да, вот что я люблю. Очень сочное, вкусно, да? Ананас сочетается вообще супер. Блюдо получается обалденное. А сырок как запекся? Да, не пересушился, а вот именно в меру. А курочка какая? Сочная. Сочная? Да. А какая вкусная? Совершенно верно. Готовьте, не бойтесь. Супер. Ну, а кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал, не забываем включить колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Ну и, конечно же, не забываем про Яндекс.Дзен. Заходите, подписывайтесь. Ну и всем пока-пока!